Всем привет, это Евгений Брян, и сегодня я поведу вас на репетицию. Иван Глизандер. Seek and destroy! Что нам надо? Два микро... Иди отсюда. Что надо? Побежал. Я обычно езжу здесь. Открывай! Там это, Жанна Агузарова. А тут отцы. Этих в трико, блядь, в обтягивающих всяких. Короче, мы на болтах. Алло, лосины! Давай носи трусы! Это будет необычная репетиция, так как группа, которая принимает участие в данном видео, не гастролирующая, не действующая. Это ваш покорный слуга и еще один бородатый молодец. Это просто будет встреча двух музыкантов, которые раньше занимались музыкой. Мы очень давно не играли, последняя репетиция была год назад, да и эта репетиция, надо сказать, была раз в 3 месяца. Музыкальный сетап, который я буду использовать, я сейчас показывать не буду, все-таки лучше это сделать, когда мы придем уже на репетицию, сейчас времени нет. Я покажу вам примочки, коммутацию, все, что я использую. Единственное, конечно, гитарку я оставил дома, гитарку мы возьмем на прокат. Также моя цель протестировать камеру Sony A7C с топовым объективом G-Master 14 мм. Поэтому я надеюсь, данное видео будет интересно не только музыкантам, но и любителям видеосъемки. Ну и к чему такая длинная прелюдия? Поехали! Короче, пока собирали и записывали ревью, опаздываем. Никакого метро не будет. Едем на Уби. Навстречу к бородатому. Он будет зол, будет ругаться и материться. Будем подъезжать к станции метро Балтийск. Простонародье называется Балты. Здесь захватываем автоколоток. Ну давай себя так. Еще максимально стараемся быстро сделать все. Короче, мы на болтах. Балтийский вокзал, метро и вокзал. Короче, бонус. Вот, ждем Ваню. И если вы будете в Питере, вам кто-то скажет, что ждут вас на болтах. Это имеется в виду станция метро Балтийская. Так, сейчас у нас задача найти, где стоит Ваня. На трубке он не отвечает. Он большой, но обидчивый. Как вы думаете, где можно найти Ваню? Он где-то в шалухе. Где-то подъедает. Потому что человек большой. Это тело нужно содержать. Пойдем на запах еды. Я, говорит, в шалухе. Люблю шалуху. Кто это? Шалуха-мен? Иди отсюда, а. Иди отсюда. Чего надо тебе? Короче, идем с большим человеком. Человек большой наелся. Там дички такие были, у него красивые. Ну, короче, это Иван. Он в своем репертуаре. Да нихуя не мой репертуар. Он любит мясо. Во всех его проявлениях. С приправками. Да. Его любят все шаурмятни города. Они его обожают. Они как только Иван идет, они сразу. Иван! Иван, заходи, брат! Давай, шалуху на тарелке, как будешь? Вот такая история. Короче, идем на парковке. Идем на парковку. Парковаться. Да, парковаться. Сядем в Бэтмобиль. У Ивана Rolls-Royce. Сейчас вы его увидите, зацените. Большим людям большие крутые машины. Бэтмобиль. Вот это. Иван Глизандер. Я обычно езжу здесь. Открывай! Кто здесь? Иван! Все, головой. О, Иван, какая музычка. Два классных парня, одна классная машина. Мало кто знает. Ну, в принципе, никто не знает. Я вам сейчас расскажу. Это не просто автомобиль, не просто Rolls-Royce. Это еще является и
машиной времени. Здесь нет просто музла. Здесь есть компакт City Changer, да? Yeah. На сколько дисков? На 6. Yeah. И у меня есть один презент, которую Ваня точно заценит. Надо вставлять. Срочно. Погоди, погоди, открой сначала, открой. А там это, Жанна Агузарова. А тут отцы. Отцы просто. Отцы основатели. Отцы, возможно, даже кто-то и мать. Да. Ну-ка. Так что, машина времени. Нифига себе, а ты думал? Давай, давай, залезай. Ага, там еще один какая-то штучка. Так, нет, это плохо. Ты уже сам забыл, как им пользоваться? Да. О, о, съел. Едем, парень, громко. Давай. Трико, блядь, в обтягивающих всяких. Нет. Вот. Потом его это взбесило, что типа глэмщики эти в лосинах в этих бегали, и Хэтфилд психанул, и вот написал это, бей фонари, и там вот я ну, типа, вначале там что-то, долой лосины, давай носи трусы. Так, а может здесь что-то есть? Мы все-таки возьмем хлебнуть что. Хмельная кружка. Хлебная кружка, так вот нам сюда. Это цена за что, за литр? За 0,5 и за литр. Первая 0,5, вторая литр, да? Нужна подзаправка. Залетай. Короче, расскажем немного про точку. Идем на студию на реп-точку А1. Вот, находится на болтах. Прикольное место. Ну, музыканты, наверное, оценят в чем-то не оценят. Кому-то, может быть, не будет хватать ламповости, там, я не знаю, еще каких-то вещей, теплоты. Но зато здесь всегда есть свободное место. Всегда чистенько относительно других студий. Чуваки просто сделали хорошо, не заморачивались. Сделали все в пластик, туалеты. Ну, хороший аппарат. Короче, то, что нужно, если ты хочешь играть. А если не хочешь, то тебе ничего не поможет. Вот сейчас взлетишь, блядь. Кто? Ты. Устремлен так.
Друзья, то, что касается моих примочек, в особенности, если мы будем говорить о гармонике, эти две педальки очень интересные. Напишите в комментариях, какого гитариста вы бы хотели увидеть на роли обзорщика этих педалей, и если получится, мы попробуем с ним договориться. Только пишите, пожалуйста, реальные имена, не надо писать там Джимми Пейдж и прочее. Если у нас получится дотянуться до них, мы это обязательно сделаем. Если уж не получится, то мы пригласим какого-нибудь хорошего гитариста, который мастерски умеет обращаться с музыкальным инструментом и который по достоинству сможет раскрыть весь функционал данных примочек. Под толщей спит не доносится и цепкий суп чужой воли за чужую идею он не будет убит. Бесстрашимый воин из голов боли потери не берет его похоть, даже жадность и страсть он чувствует зависть, жажда мести и власти, не такие души, что кого-то распять. Оставил тебя решительно. Thank you.
ебаная жизнь. Да, я долго выебываться буду. Что за Афганистан-то ты нахуй? Мыслишь окно в интернет, точка ком нет, нет причин нет. Не гаси свет, экрана мой искусственный свет. Только здесь есть свободный ветер. Только тут я прижимаю водой. Только здесь я герой, только тут ты со мной. Окончено. Мы направляемся. Папа. Барабанная партия где? Сука! Такая подстава, блядь! Ну как так? Все, сейчас будет все хорошо. А где же Сикер? Ура! Ура! Поймали! Ты должен запевать. Там что-то про чеснок вначале, про лук. Ну? Ч?
чё, ну, баранку гну, нет пока ничего. Я понял, да, он за там проходит, привет. Я тех не знаю, там. Там что-то looking for you, помню. Да. Seek and destroy! Seek and destroy! Seek and destroy! Seek and destroy! Seek and destroy!